Я считаю это правильно. Я бывший работник высшего образования. Учить тех, которые просто пришли получить корочку, без базы знания просто невозможно. И мы обязаны поддержать, я так думаю, это обсуждение о повышении минимального балла, и чтобы на наших предприятиях работали выпускники с качественным высшим образованием. Мы поддерживаем эту инициативу президента. Наш вуз уже работает по именно формированию качественного, если так можно сказать, абитуриента. Второй год подряд средний балл ЕГЭ по трем экзаменам русский язык, математика и физика, минимальный балл составляет 40 баллов. Поэтому мы считаем, что качественный абитуриент – это хороший выпускник. Ну, выпускникам нужно максимально выложиться на экзаменах, потому что если они получат максимальный балл, то это будет уже гарантия, что они поступят на тот вуз, ну, в тот вуз, который они хотят, и на ту же специальность, которую они хотят. Наверное, поэтому стоит максимально укладываться во время экзамена.